Добрый друг Орленка. 18 июня детский центр вновь посетил экс-чемпион мира по боксу, мастер спорта международного класса Дмитрий Пирог. Во время встречи он рассказал ребятам о своей спортивной карьере и самых знаковых боях. Затем ответил на все вопросы, которые интересовали орлят. В конце встречи спортсмен призвал ребят заниматься здоровым образом жизни и стремиться к достижению поставленных целей. Дмитрий Пирог такие встречи с детьми проводит уже не первый раз. А здесь сама атмосфера ценная, которую создают те дети, которые приезжают сюда. Я, например, с удовольствием общаюсь, получаю удовольствие искреннее от общения с детьми. Ну, конечно, я считаю, что такие встречи очень полезны, потому что всегда интересно узнать каких-то новых людей, которые уже добились каких-то высот в своей профессии. Это очень всегда полезно пообщаться и узнать что-то новое о других людях.